Девушка-веган спасет мир. Не красотой, а этичным отношением к животному миру 24 марта днепропетровчанки боролись между собой за титул «Мисс Веган 2013». Сегодня будет проходить финал конкурса в этом заведении, кафе «Кундертвассер». То есть мы все, кто к нам пришел, рады видеть. За титул «Мисс Веган Днепропетровск 2013» сегодня будут бороться три участницы. Конкурс красоты среди девушек, отказавшихся от продуктов мясного и молочного происхождения, в нашем городе, впрочем, как и в Украине, проводится впервые. Главным критерием отбора, по словам организатора, стала, конечно же, не внешность участниц, а их внутренний мир, а также то, насколько девушки тверды в своих принципах ненасилия по отношению к животным. В обычном конкурсе красоты в основе своей все-таки лежит внешняя красота девушек. У нас в основе конкурса лежит внутреннее качество человека, ее этичность, и, ну, то есть все участницы соответствуют как бы образу жизни вегана. Как и в традиционных конкурсах красоты, участницы удивляли зрителей своими вокальными способностями. Все мне говорят, что веганам быть плохо, а где же B12, я питаюсь лишь горохом. Танцевальными. И даже поэзией. Как часто по ночам сна рассыпалась груда. В открывшийся проем я мог увидеть чудо. Дитя мое, как он красив во сне. Почему он грезит? Если бы обо мне. Стихи мои скользят к нему под дверь несмело. Он обнаженный спит и развеет тело. Демонстрируя, что настоящая девушка-веган гармонична во всем. Победа главная в конкурсе? Нет, абсолютно не главное. Я очень рада, что мы сегодня здесь все собрались. Все конкурсантки достойны победы. Но я считаю, что это абсолютно не главное в этом конкурсе. Толерантность, красота и наша добрая энергетика, она должна нести в мир какой-то светлый посыл, светлый призыв. И участие в этом конкурсе открывает перед нами, участницами, такую возможность донести больше нашей какой-то доброжелательной энергетики. Наша главная задача – это чтобы как можно больше людей узнали о вегетарианстве и о том, что, ну, есть такой образ жизни. Победительницу конкурса определяла жюри вместе с посетителями кафе. Наибольшее количество голосов набрала 26-летняя Олеся Василенко. Как возникло желание поучаствовать в конкурсе «Мисс Веган 2013»? Сама идея конкурса мне очень понравилась. То она позиционирует с другой стороны. То есть обычно мнение такое, что веганы такие суровые, там закидывают краску, знаете, буянят, такие злые, только так и никак иначе. На самом деле веганы довольно позитивные, интересные люди. Никто из участниц не остался без подарков. Каждая из них получила призы от спонсоров, этическую косметику. Инна Мороз, Олег Музыка, События, Город ТВ.